Лето в этом году не перестает радовать жаркой погодой, и чтобы скрыться от зноя, многие отправляются на водоемы. Но, как показывает статистика несчастных случаев, о правилах поведения на воде помнят далеко не все. Работники Пружанского районного отдела МЧС совместно с представителями ОСВОТ, РУВД, исполкома и корреспондента газеты «Районные будни» провели рейд в рамках акции «Летний патруль» по местам, предназначенным для купания, а также запрещенным для этих целей акваториям. Участники рейдовой группы посетили водоемы, разрешенные для купания в городе Пружаны, пруд по улице Советской и по улице Пушкина, а также в деревнях Носки, Кобыловка, Могилевцы и Шерешево. Также посетили два водоема, не разрешенных для купания, в деревнях Кивачино и Шини. Спасатели побеседовали с отдыхающими, рассказали о случаях, когда человеческая беспечность привела к трагедии. Акцентировали внимание граждан на правилах поведения на водоемах, напомнили, что категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и ни в коем случае нельзя оставлять малолетних детей без контроля.